Что касается альбома, он из двух частей. И вот с текущего California Rocket Fuel, это как раз вот так называется коктейль из двух препаратов, который я пил одно время. Они там менялись пиздец, но в один момент, сколько-то месяцев, я пил именно вот эту схему. А, весь альбом это вот, что получается, синусоида. То есть сначала, блядь, из плохо в очень хуёво, потом в среднее состояние, потом сюда и потом в среднее. Я его разделил на две части, потому что, чтобы его сделать драматически и, ну как, музыкально так, как я хотел, мне бы понадобилось пиздец еще год, наверное, чтобы, ну, это все сделать. Но это уже слишком дохуя. Плюс реально я там, не знаю, с класса 11 школы не было ни одного года, чтобы я что-то не зарелизил. И 22-й, первый год за вот столько лет со школьных времен еще, что я альбом не выпустил. Я думаю, блядь, ну второй год уже нельзя так сидеть.